Управляющая компания особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» сможет погасить долги перед Государственной налоговой службой. Договоренность об этом уже достигнута. В ряде краевых СМИ появилась информация, что Межрайонная федеральная налоговая служба по Алтайскому краю обратилась в арбитражный суд региона с заявлением о признании банкротом акционерного общества. Задолженность по налогам составляет около 5 миллионов рублей. Требования предъявлены на сумму чуть более 3 миллионов. По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, задолженность начала формироваться до передачи имущества и акций от акционерного общества ОЭЗ «Москва», собственность Алтайского края. Сейчас процедура на завершающей стадии. Строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны завершено. Резиденты могут подключиться к сетям электроснабжения. Скоро пустят газ.